Это Лера и Дима, искатели приключений. Да, они не покоряли горных вершин, но у них есть трое детей и собака. Они не кормили ручного медведя в тайге, но ежедневно отвечают на 150 писем, 50 сообщений в чате и 50 звонков. Каждый день они возят детей в школу. Учат их делать первые шаги и ведут к первым победам. Дима и Лера думают, что Land Rover Discovery создан для суровых путешественников, искателей приключений, бесстрашных героев. Они не догадываются, что каждый день их жизни — настоящий подвиг. И однажды их ждет большое путешествие. Land Rover Discovery. Для настоящих героев.